Блин, тут можно как-то аккуратно, интересно сыграть. И именно смотреть, что лобби делает, и сыграть постараться. Вот эти СС-чика можно подобрать на начало, чтобы ХАЗ фармил. И ханта подобрать. Все телескопом. Потом добавь так. Уже попозже потом это скинешь еще. Я пока не хочу отвлекаться, тут пинки все дела. Тут сразу настроиться хочу. Так. Ну 150, но вот потери есть, да. Сто пятьдесят терпимо, но потери чувствуются. Это не просто 150. Так, Сларка пикаем. У меня 150 это шикарный пинг, но тут потери пакетов, это тут такой момент есть, что потери пакетов 20% какие-нибудь. Это не то, что 150. Ну, я вижу, что нормально. Играть можно, согласен. Ну, прям не просто играть можно, играть нужно, я считаю. Я, так уж и быть, я ассасин, ребят. Ну вот с этого мы начнем играть ассасинами. Назия, привет, Кость. А через Солору... Солорук в бишлобби, другие не пошли с ним. Так я про это и говорил, они пати собрали, и я сразу, ну я же прочитал чем-то. Мишаня вроде там согласился, но я не захотел. То есть, они просто не пошли. Можно было просто сидеть, ждать. Там бы, ну, подтянулись бы. Там не обязательно людей нужно было ждать из соседнего руклобби. Вообще не обязательно. Сапог возьму. На, так. Сгал, да. Но Сларк сильно очень в начале. Десятку даже сделали. Хитро, получается, сыграли. Через десятки начали. Очень важный момент. Сейчас стеночку все равно надо поставить. Тут чисто даже лазер ты играешь, ты его в шестом левеле играешь. Хотя тут стеночку уже не хочется ставить. Снова голду хочется зарабатывать. Ну ладно, я. Просто стенки нету. В сути, просто нет стенки. А тут догон плохо. Догон еще и вейстон сверху. Меня дефнули. Как раз это он и дефнул. Ну, вот стенка нормально. Не, чувствуется, ребят, потери все равно чувствуется. Тут ассасинами будем доигрывать. Наконец-то слона апнул. Ку, приятный гвач, хорош, хорош. Все верно, все верно. Зачем задерживаться? Ассасинчики. Ну я там с масками ассасинки, но у меня тоже нормально. Такие шмоточки возьмем. Здесь очень долго дрался.
Нага нормальная тема или гоблина? Манга нету, да. Гоблина? С нагоном катают. Не успел догонать, отлично. Тяжелый файт. Почти подбросил, видели? Слабоват оказался для броска. Ну, пока рано так делать. Ну да, тут ассасин-то нормально можно сыграть, не на топ-1, но можно. Потом и лемов даже можно ставить, тут энигма есть с фарлоками. Да не, это вообще изи должно быть. Изи, да, вообще не заметил, вообще не почувствовал. Где мой вич-доктор? Вич-доктор, получается, продаю. Очень жаль. Сбить могут стрики. Серьезные ребята. Здесь, да, серьезно все. А. Сходу просто начал дамажить, да. Ну да. Нормально. 150 пинку сейчас каска. Ну да, чувствуется потери, конечно, но... Все хорошо, я считаю. Сразу поставим, чтобы потом байдаешь поставить, еще и в левел выйти. Жестко ведь? По-моему, жестко. 6 ассасинов. Все само идет. Классико. Какие вообще ассасины сильные в этой игре? А, морф, еще морф, морф даже лучше. Морфрики, чем это. Парадис, привет. Эмили или Марш? Ну Марш. Мои враги будут падать. Марш берется, ролить не буду все равно. Эта форма подойдет. Да, все, поехали драться. Тебя только поменяю. Реально на ассасинах играют. Он меня спрашивает, видимо, кем ты играть будешь. И я ему не буду отвечать. А знаете почему? Не бойтесь, знаешь почему я ему не отвечу? Так, вон плюс голда. Он говорит, ты, говорит, ассасин, говорит. Я-то ассасин, а ты? Ты че, СВ? Так, нужно по 10 игр в день, 2 месяца успешно играть до топ 20. Ну, в среднем, да, наверное. Он все еще мне что-то пишет. Это он или не он? Или вот он?
А, этот тоже вот. Это он гоблин. Я не знаю, что они хотят от меня. Я надеюсь, они ничего от меня не хотят. Тут гоблин. А, они все на гоблинов пошли. Вот это точно гоблин. Он престол забанит. Стопроцентный гоблин. Этот карточки гоблинов собирает. Этот ассасин приходит в марш. Отлично, все. Я могу тут через марш шмотки собрать, а потом выпикнуть, чтобы доролить ассасинов хороших. Могу через левел сыграть. Тут немножко не повезло. Кстати, я даже удивлен, что такой сильный тут есть. Ну не то, что не повезло, я бы сказал повезло. Ничего себе, он такой сильный. У него эко в порядке, и он такой сильный. Он топ-1 займет. ДК. Может, две ассасины? Пока тяжело смотришь, что ты там, привет. Потому что пинг, да, в первую очередь на Европе, я бы меньше игр делал бы в среднем. Вот мы на Европе сколько, 3 недели играли, я до топ-35 дошел, играя в среднем 5 игр в день вот на этом аккаунте. То есть, ну, за 3 недели с кинга, можно сказать. Дракона сюда. Привет, кто у сильного С сидит? А, Чен. Привет, Антон. Сколько конфет дали за топ-35? То же самое конфет дают. 320 для Квины, для Кинга, неважно какое место. Мне бы крипов просто дефнуть, постараться так, чтобы у меня именно Сларк не нафидел. То есть для этого мне нужно подролить. Я реально найтов забаню, тут найтами же никто не играет. Я подролю. Я думаю, что нужно подролить. Вот, чтобы потом именно крипов дефнуть. Хотя бы БХ закрыть. Я обязан подролить, потому что я в шестом. Что дефнуть? За птицы печатали, мне кажется, в наушниках. Ну вот. Не могу понять. Личный каст. Меня жестко тут пробивают. Очень сильно. Тут топовый персонаж. На джаггерах прям жестко дерутся. Блин, можешь повезти, можешь не повезти. Бар прям сам закрывается. Вот эти да, два остались чуть близко. Это плохо очень. Он нашел тут меня. Мне не повезло. Я очень расстроен вообще. Слишком расстроен, я бы сказал. Мне просто не повезло, мне Сларка зафокусили. Все дефнули. Так старался. Ладно, хотя бы этот дефнем. 20-й это точно дефнем.
Тяжело. Сины за топ-1 в компстапе дерутся. Шмота много надо. Темпо у вас играть как раз примерно так, как у меня здесь, но я крипов не дефнул. То есть шмота у меня нет как раз. ХП выбивать, винстрик, голды много. Лобби мутантов лобби очень сильно. Это вообще чересчур сильно. Если так посмотреть, насколько вот это сильно, то еще и чен идет. Санкинг близко. Мне просто нужно потом. Фантомку тоже собирают. Мне нужно просто потом. Ну, на 20-м. Хороший этот перки взять. Блин, марш такой, марш вроде. Так чувствуется плохо. Мы не дефнули крипов, да, у меня сларка зафокусили, прям напали очень сильно. Корабль хороший. Блин, тут не повезло немножко. Тут, ну да, ну закономерно получается. Кажется, фантомка пусть отдохнет, да. Там вроде каст есть. Я именно в таком сетапе должен дефить Т2 Санкинг просто еще. 20-х. Я не уверен, но я обязан именно так постараться сыграть. Все равно здесь мусульфом получше, да, остальные в этом углу все равно стоят. О, голда, отлично. Чин-то 3 идет, да. 6 из 9, ну уже не идет, да, уже не идет. Но он думает, что сейчас смысл ему доставать его. Может, еще раз яйцо пикнет. Наверное, так рассуждает. Ну, Т3 за один раз он его не закроет. Вот так остановимся. Все остальное потом с перком надо ролить. Тут трагедия, да, может быть. Они в два в гоблина пошли. Вот один с лазером наролился, второй через карточки. Еще, кстати, даже их не заюзав. Еще я бич доктор сохранил. Еще и голду хочет зафармить. Ну, конечно, молодец. Так, вот на этого надо было, наверное, тоже поставить Рики. Сларк выжил, молодец. Повезло мне тут. Могло хуже быть. Да, повезло. Так. Как-то так ставится. Я надеюсь, что ребята танканут хорошо все. И потом мы перк возьмем. Ребята, справимся, не справимся? Если не справимся, то тильт. О, блин. Просто таким шмотом. 89 у него. Да. Там монополия, кстати, есть, они тут гоблинами играют. Смотрим, как это все будет выглядеть. Нас Санкинга, чтобы убили именно. Еще его никто не бьет.
меня мека есть, почти грифс. Давай с фэмили доролимся. Сначала. Тяжело рулить, но стараемся. Тут манта была или что, отнять могла? Тяжеловато, да. Сейчас трик сбивает. Монополию кто-то взял? Нет, да, гоблин как раз взял монополию, у него 11 хп. Там гусики хушат. Вроде так получше. Фантомку дораливать, не дораливать. Санкинга, скорее всего, дораливать. Ну, 25-й можешь смотреть. Ставки поставить. Гоблина я побил, да? Теперь у меня... Так, мне будет два этого, 9 сынов, ты 3 нужен, он замонополил БХ, нет, он с БХ, кстати, не замонополил, да, но мне БХ надо продать на самом деле. Сильно заходит. Шляпка, да, шляпка, могу не справиться. А, не, нормально. Нормально, пока играем. Наверное, я с Лордара тоже буду собирать. Хочется дефнуть. Да, я с Лордара соберу. Это, конечно, тяжело идет у меня, потому что там фантомка есть. На Арсе есть фантомка есть. Морф вместо БХ. Не, не думаю пока. Просто БХ будет играть, морфа пока просто нет смысла ставить, вообще на скамейке держать. Он в тройку все равно не закроется.
Вот там. Шмотку не буду открывать, я с фэмили хочу доролиться. Шмотку уже на 30-м, когда я, если в троечку закрою, то постараюсь. Фантомка сложно собирается, там ульфа, она была. По идее, она может собраться. Вот он тоже ее, типа, собирает в три. Там Алимов собирают. Да, и морф, видите, морф здесь, так что нормально все. Можно вот так взять, можно вот так. Вот так это тебя шаманами никто не сделал, так отхил. Отхил все равно лучше, наверное. Там, если что, я потом сделаю. Могу ответку, транквил, и потом вот эта штучка тоже у меня есть, по идее. Сейчас пока так будет. Что? Тут близко осталось вот это доролить. Шестом доролю. Там фантомка потом пойдет. Музыку надо включить. Два гульна в лобби, да, Лалаш, здорово. Можно как раз сейчас в шестом оставаться. Доролить три селедки, потом уже только левелапать. Шамана есть у кого-то? Классико. Я не хочу весь папка тратить. Может, мне еще один весь бесплатно зайдет. Тучка достала, ничего себе. Замерз. Мека. Четко все. Зайчик, привет. Меня дефнул эльф.
ничего страшного, дефнул и дефнул. Я на 30-м буду ролить. Тут так возьму. И на 30-м можно марш, наверное, взять. Левелапнуть. Да, я тут, наверное. Так, сделаю. Ну да, все правильно сделали, получается. Сейчас мы попробуем задефаться. Как же она хилится? Нет, блин, мне как же тут не повезло. Как же она отхилилась, конечно. Ну да, скорее не везение, чем закономерность. Две маски. Сларк не добил 9 эльфа. Марш, наверное, могу дефнуть. Я думаю, с точкой реки. Сейчас чуть подролю еще просто селедка. Да, я думаю, даже так лучше будет. Дальше ролить не буду, я просто селедку потом найду. Дальше, если монополия, то будет круто. Маленькое колечко дает тоже сильно. Монополии нету, да. Там репка есть. Нет, нету. Монополии, говорит, нету. Стример-новичок. Ладно, тут монополить не буду, я просто Владмир возьму и все, какой-нибудь. Чё? Ну ладно, так. Давай Владмир возьмем. Сейчас и потом вот эти шмотки тоже надо как-то отдать. Лапки Акира у меня еще есть. И Блудторн есть. Я не уверен. О, я его выбил сразу даже. Шел на стрики. Шел на стрики, наигрался в эту игру. Так. Шесть варлоков есть, один хп имеет. В принципе, я могу его добить. Везучий, согласен. Блудторн есть, я знаю. Здесь нужно это сделать. Ну, без мома Блудторн. Это одна Агаракс, еще Тарас, когда будет, тоже хорошо. Вот, допустим, Блудторн. Он вот так идет, да. Особо разбирать не хочется, что у меня еще есть моменты. Да.
еще есть моменты. Мне нужно фулла лемов делать, по идее. Он должен, по идее, поиграть вместо нее. Визардами могу фулла лемов закрыть. 4 наги, фулла лема. Ну, это в 10-м, да? Или нет, стоп, давайте считать. 5 плюс 2. Это 7. Слардар 8, да. Энигма. Разор, да. Ну да, в 10-м. Фулл лем, фулл наг, по-моему, получается. Отхилились. Вроде как. Вроде нет. Эти шмотки есть. Манты, ничего, но я просто разбирать буду Сларк. Ну или в кого мне тут шмотки можно найти, еще кто тащит. Ну, тебя пока просто там два раза будем разбирать. ПФа нет, нет. У меня маленькое колечко. Так-то было бы. Если большое колечко было бы. Рубик Слардар. О, Блутор повесили. Успеет? Успел. Все равно проиграю. Прямо от лимов мерзнем. Мисс. Ничья, нормально. Кстати, меня дефнул. На одном хп дефнул, но он достаточно слабый. 6 орков. Ну, не слабый, не сильный, скажем так. Здорово, Джерри, как кто в пуле? Сколько монополи героев? Да немного вроде, троечек много тут. Снэпку, конечно, сделали очень круто. Радик очень сильно. Вот он закрылся, 6 орков. Так. Ну ты один чен, если даже леснет, не так сильно будет. Правда, голем. Это манта или что, я понять не могу. Еще был тон. Топ 3, кстати, уже есть. Сентваном. БКБ и все дела. Я не знаю, пока можно вот так сделать. Вообще, насколько тут хорошо. Тут яблоки, шаманы. Элемы. Ну, столько шмота нужно пытаться делать. Please, hold your up.
Огрхуд могу сделать. Тараску могу сделать. Пусть пока тараска будет. Спасибо. Так, по-моему, нормально. Под БКБ не хватило места, да? Оверхуд в панга. И что? Так. Лучше того же Сларка. Кажется, так будет. Ты-то шмотки еще очень сильные там против шамана. Лема, ну а Лема 10 левел. Я пока вот так шмотки оставлю. Если что, хек здесь, Виталий, тебе надо отдать, да? Да, меня убивает. Это очень сильно. Уже тараска, все дела. О, так он его еще победить может. Спектра. Антимаг в пуле. Антимаг в пуле. Тимак пули, значит, я, наверное, сыграю спектрой. Места не лучше будет. Да пока не суть там. Один раз этот селедка нажмет нормально. Два биста не так сильно, четыре биста хорошо. Видите, он его дефает на снэпке. Демон хантеров надо просто поставить. Ну ладно, так пускай будет.
Отлично, я против гоблина остался. Отлично, так. Мне нужно просто ТБ найти. Я поднялся из темнейших глубин. Классика. Можете без тебя обойдемся, посмотрим. Это же 10 слотов, да, надо? Вот он там тоже лемов, алков будет делать. Вот 4 лема, да, у него. С бабкой. Кажется, урона нет. А, ну он вылетел, ну все, джи-джи. Даже придумывать ничего не надо было. Гоблина, он гоблина все равно не побеждал, потому что я бы демонов делал. Я бы быстро